Приветствую вас на сегодняшней онлайн-встрече. Я рад видеть вас сегодня здесь. Если кто не знаком со мной, то коротко представлюсь. Я Владимир Суртаев, дизайнер с 35-летним стажем. Имею высшее художественное графическое образование. Защитил диплом по теме оформления интерьеров зданий и сооружений. Слово «дизайн» тогда преподаватели советских вузов не знали. Компьютеров не было, и рисовать и чертить нам приходилось вручную карандашом на бумаге. И вот сегодня, когда после окончания института прошло 30 лет, и все изменилось так сильно, я могу сказать вам, что технологии шагнули так далеко вперед, что вам уже не нужно тратить годы на обучение, чтобы делать дизайн интерьера для себя или своих друзей или заказчиков. В начале нашей встречи я обозначу сценарий сегодняшнего вечера. Сначала я вам расскажу о том, почему я решил дать возможность каждому человеку освоить дизайн интерьера. Второе. Я расскажу, какую пользу вы можете из всего этого получить, какие возможности откроются перед вами после нашей сегодняшней встречи, как их можно использовать на практике. Третье. Я расскажу о бесплатной программе, с помощью которой вы сможете делать профессиональные дизайны и визуализации интерьеров. Расскажу о самом дизайне, с чем его едят, как говорится. Открою вам секрет дизайнеров, о котором они сами вам никогда не расскажут. Покажу вам, как с помощью этой поистине бесценной программы я за несколько минут прямо на ваших глазах соберу дизайн комнаты и сделаю визуализацию. И, наконец, презентую вам мой курс по освоению этой программы, цена которого вас очень удивит, и расскажу о том, нужен ли он вам. Так что надеюсь, что этот вечер вы долго будете помнить, а кому-то он и полностью изменит жизнь и даст хорошую работу. Итак, поехали. Первое. Почему я решил дать возможность каждому человеку освоить дизайн интерьера? Вы все взрослые, очень занятые люди. И поэтому резонно можете спросить, а зачем это мне? Объясняю. А затем, что вы сами без меня о ней вряд ли узнаете. Потому что сами дизайнеры тщательно ее скрывают от широкой аудитории. Архитекторы вообще делают вид, что ее не существует. Почему так происходит? Да потому что они потеряют свой хлеб. Хотя теперь, когда я создал курс по дизайну и визуализации, они и так его потеряют. Вы только представьте такую ситуацию. Архитектор, который учился полжизни, освоил такие трудные программы, как ArchiCAD, AutoCAD, 3D Max, заработал, купил мощный компьютер для визуализации, который стоит как ваш автомобиль, берет заказ на дизайн по 500, а то и 1000 рублей за 1 метр квадратный, работает над ним целый месяц, и вдруг приходите вы, без всякого архитектурного или художественного образования, не умея ни чертить, ни рисовать, и делаете такой же по качеству проект буквально за 1-2 дня, имея простой ноутбук или вовсе планшет стоимостью там около 10 тысяч рублей. А раз вы потратили на проект не месяц какого, на 1-2 дня, то и цена у вас будет не 500 или 1000 рублей, а, наверное, 100-200 рублей за метр. Ведь квартиры, на которые заказывают дизайн меньше 100 метров, не бывают. Потому что те, у кого квартира меньше 100 метров, дизайн не заказывают только потому, что это очень дорого для них. 50-100 тысяч для большинства – это вообще неподъемная цена за дизайн. А для дизайнера, освоившего дорогие программы, купившего дорогой компьютер, невыгодно браться за дешевые заказы. И вот получается достаточно порочный круг. Дорогие заказы может получать специалист, а чтобы стать специалистом, надо долго учиться, потратить много денег на учебу, освоить 3-4 сложнейших программы, купить дорогое оборудование, потому что простой компьютер такие программы просто не потянет и зависнет, когда вы начнете делать визуализации. Итак, что мы видим? Учеба в институте 6 лет, либо курсы по дизайну интерьера полгода за 50-90 тысяч рублей, плюс компьютер от 500 тысяч до миллиона. Кто может получить такую профессию? Сможете сами догадаться? Ну, конечно, либо это уже люди, способные заработать такую сумму, либо дети тех, кто может заработать такую сумму.
Остальным остается смотреть на все это со стороны и облизываться. Для простого заказчика, готового заплатить за дизайн до 10 тысяч рублей, нет специалиста, который бы за это взялся, потому что он учился не для того, чтобы брать дешевые заказы, а для человека, который бы хотел стать таким специалистом и брать подобные заказы, нет возможности заработать на такое обучение. То есть элитные специалисты обслуживают элитных заказчиков, а остальные клеят на стены то, что поклеила подруга, у которой муж заказывал дизайнера, или то, что увидели в телесериале. С мебелью все обстоит ровно так же. Кстати, это не самый плохой способ, чтобы сделать себе хороший дизайн бесплатно. В моем курсе я об этом тоже поговорю подробно. И я наконец понял, что если курс по дизайну можно будет сделать недорогим и простым в освоении, то он станет нужен людям, которые смогут сами делать себе дизайн и даже продавать его тем, кто может его купить недорого, а именно вам. И таким образом, помогая другим, вы сами сможете заработать. И я вместе с вами, продавая вам этот курс. Но одно дело понять, а совсем другое сделать. Все, что мне удалось освоить самому, это дорогие программы ArchiCAD, Revit, 3D Max, Cinema 4D, для которых мне понадобился дорогой компьютер, потому что простой не просто зависал, а в прямом смысле дымился. Поскольку русский сегмент дизайна интерьеров стал наполняться дизайнами студентов, живущими за границей, я решил посмотреть, как же там обстоит дело с визуализацией. Ведь не зря же Михаил Задорнов, юморист, царство ему небесное, говорил: мы побывали в Америке, вы правы, они такие тупые. Как же тогда они решают эту проблему? Ведь если есть спрос, обязательно должно быть предложение. И действительно, решение нашлось. Компания Autodesk, которая разработала мощнейшие программы для проектирования архитектурной визуализации, является их создателем и владельцем. Начала понимать, что большинству тупых американцев не хватает ума для их освоения, а то количество архитекторов, которые пользуются их программами, не способно окупить затраты на их создание. И тогда они приняли решение создать простую, доступную каждому человеку бесплатную программу. Спросите, как же можно заработать на бесплатной программе, скажете вы мне. А вот компания Autodesk заключила договор с крупнейшими брендами и разместила реалистичные 3D-модели в библиотеке, и компании платят за это размещение. Люди и дизайнеры размещают эти модели в своих проектах, а потом приобретают их для своих интерьеров. Таким образом, всем удобно. Люди получили бесплатный продукт, компании деньги за рекламу брендов, мебели и аксессуаров, а у компании благодаря этому выросли продажи. Но это не российский вариант. У нас дизайнеры, влупившие бешеные деньги в свое обучение и оборудование, не хотят и близко подпускать к этому простой народ. Ведь тогда их доход станет значительно меньше, а это никак не входит в их планы. Поэтому сегодня вы первые ласточки от того, понравится вам продукт, который я вам покажу сегодня, будет во многом зависеть, превратится ли наше сообщество в стаю, или так и будут господствовать на рынке элитные дизайнеры интерьеров. Теперь вы понимаете, что бесплатный онлайн-сервис, который станет доступен вам сейчас, сделает вас равными с дизайнерами, которые потратили уйму времени и денег на свое обучение. Что же это за такая магическая программа и в чем ее секрет? Эта программа называется HomeStyler. Чем же она так замечательна? Дело в том, что она находится в интернете, и вам не нужно ее скачивать. Все программы по 3D-графике имеют вес в несколько гигабайт, и не все компьютеры готовы к такому объему. Я не говорю уже про нагрузку на процессор при просчете финального изображения, который называется рендер. Да вот вам это все и теперь и не нужно. Компания Autodesk будет просчитывать все ваши изображения на своих мощных облачных серверах и вам выдавать ваши изображения за считанные минуты. Вы это все увидите сами, когда я покажу вам возможности этой программы и проведу для вас онлайн-мастер-класс, ради которого вы сейчас здесь собрались. Итак, первое. Программа бесплатна. Второе. Она не требует установки.
То есть вы регистрируетесь с ней и начинаете сразу работать. Третье. Для работы в ней не нужно обладать специальными навыками. Если вы смогли зарегистрироваться на этот вебинар и сейчас здесь, то этих навыков вам вполне хватит для того, чтобы освоить эту программу. Четвертое. Настройки по умолчанию в этой программе не требуют изменений, и на них вы сможете сделать интерьер, который не будет уступать самым крутым дизайнерам и сделает вам чертежи вашего интерьера автоматически. Пятое. Мой внук 9 лет спокойно смог освоить эту программу, правда не самостоятельно, а по моему курсу, который я записал для комфортного освоения программы и тестировал на нем. А раз ребенок 9 лет смог с этим справиться, значит вам это точно будет по плечу. Хочу предупредить, что эта программа не для строительства и спецификации. Она вам не сделает для этого. Есть специальная программа Revit. Но нам это и не нужно. Мы будем делать дизайн интерьера, а не строительные чертежи. Мы будем делать дизайн интерьера помещения, которое уже построено строительной компанией. Или будет построено, и у него уже есть сделанные профессиональными строителями чертежи. Так что если они построили дом, то у него, как правило, есть все необходимые чертежи. Итак, переходим на сайт HomeStyler. Сохраните его себе в избранное. Потом вы сможете в нем зарегистрироваться и поработать. На курсе я подробно показываю каждый шаг, начиная с регистрации, показываю подробно, как нужно работать в программе, чтобы быстро получить отличный результат и не запутаться в кнопках. Поэтому я сейчас не буду тратить ваше время на регистрацию, а при вас за несколько минут сделаю интерьер и его визуализацию, чтобы вам был понятен принцип работы в программе, насколько он прост. А далее вы либо сами разбираетесь с программой бесплатно, либо покупаете мой курс, и я вас гарантированно научу делать крутые дизайны, и вы через неделю станете крутым интерьерщиком. Когда вы зайдете на сайт homestyler.com, то у вас откроется вот такая вот страничка, и вам будет предложено вот здесь зарегистрироваться или войти в систему, как у меня, потому что я уже зарегистрирован, и начать работу. Здесь я не буду, как уже говорил, заостряться на этом, поскольку это все есть в моем курсе, либо вы сами поэтапно, когда вы зайдете регистрацию, вот присоединиться сейчас, вот сюда вот нажмете, там все будет ясно и понятно, как зарегистрироваться, как в любом другом сайте. Забьете свой логин, пароль и вы, в общем-то, можете начать работу. То есть нажимаем «Начать работу», «Проект», и вот таким образом у нас открывается новый проект. Вот он предлагает мне войти. Закрываем. Здесь он предлагает создать новый дизайн, либо выбрать Дима проекты, либо мои проекты ранее созданные. Мы это закрываем. У нас создается новый проект. Мы берем, заходим, делаем стены. Вот таким вот простым способом. И у нас сразу автоматически чертится толщина стены, длина, ширина комнаты. И вот здесь у нас отображается сразу 3D вид. Если мы выделим стену одну, то у нас здесь появится толщина этой стены, которую мы можем менять. И сразу на чертеже меняется толщина нашей стены. Например, это у нас будет стена внешняя, да, вот обычно сколько у нас, 600 миллиметров, да, стена, мы можем здесь забить, вот, и у нас все это, соответственно, стало 60 миллиметров. Высота у нас задается заранее, стены была 80 по умолчанию стоит, ну, здесь ничего не будет. Вот. Таким образом у нас вот появилась такая комната. Дальше мы можем сделать, переходим в строительные двери, складные двери выбираем. И вот возьмем простые двери, ставим на нашу стену. И вот на 3D виды мы уже с вами можем посмотреть нашу комнату, в которой сразу же появляются двери. Дальше мы заходим, возвращаемся в наш чертеж.
чертежный вид. Заходим в наш каталог и выбираем мебель. Здесь вот в разделе каталог гостиные есть, там спальные, кухня, ванная комната, все необходимые нам аксессуары. Берем вот диванчик, например, и ставим его в комнату. Вот он у нас сразу появляется на чертеже. Поставим кресло какое-нибудь. Столик выберем. Берем какие-нибудь растения. Коврик выберем какой-нибудь. Картину какую-нибудь повесим. А, люстру давайте повесим. Торшер надо, наверное, поставить. Светильники. Возьмем светильники, выберем. Торшер.
поинтереснее. Чтобы двигать их все-таки удобнее на плане сверху. Картину давайте повесим какую-нибудь. Шторы, вот видите, есть. И сюда давайте окно поставим. И на окно повесим шторы. Ну вот простенький такой у нас интерьерчик получился. Что еще я бы сюда? Ну вот сюда может мы какую-то полочку повесим. Давайте еще. Ну, таким образом мы можем расставлять быстро и просто мебель, любую практически, сразу на 3D виде мы можем видеть, что и как у нас получилось. Немножко. Так, ну и на стол что-нибудь надо тоже положить, наверное, для того, чтобы. Редактор вот сам нам предложил. Давайте вот эту вазочку с цветами поставим. И положим какой-нибудь журнал.
Ну вот, у нас вполне получился интересный интерьерчик за несколько минут. Далее мы проходим визуализацию. Здесь у нас уже все настроено. Мы выбираем тип за окном. Например, центр города или ночной дизайн. Мы еще с вами не сделали светильник. Давайте-ка мы поставим светильник сюда. Потолочный давайте. Мюстр какой-нибудь понесем. Вот, и перейдем в визуализацию, сделаем дневной рендер. Настройки к ставим качественность, ставим самое высокое качество. И буквально мы в три клика сохранить нам предлагают дизайн. Номер один напишем, сохраним. Программа пишет, что все нормально. И идем смотреть. Вот сейчас у нас начался рендер нашего изображения. Если бы мы это все сделали в 3D Max, во-первых, мы бы с вами его проектировали бы целый день как минимум, ну с опытом чуть меньше может быть, вот, но если бы мы проектировали всю мебель сами, то это бы заняло не один день, поверьте уже мне. Ну вот, наш интерьер готов к визуализации, сейчас он подгрузится на наш компьютер сервера, и вот мы видим фотореалистичное изображение нашего интерьера. Причем сразу мы можем дать и чертежи, и размеры заказчику, то есть ширина комнаты, все. Можем поклеить сюда какие-то обои, заменить полы и прочее сделать. Ну, то есть вот сделать прекрасную реализацию. Если нам нужно ночное, значит, то же самое мы просто в настройках выбираем. Все о том, как настроить освещение, как настроить ракурс, как настроить все необходимые изменения сделать, это все подробненько в курсе я вам рассказываю. То есть, если вы хотите просто сделать и собрать себе интерьер, вот этого мастер-класса вам будет достаточно, потому что вы сами видите, что чтобы перетащить и переместить и установить какую-то мебель, выбрать из каталога, вам нужно только всего-навсего навыки, как в косынку передвигаете, да, карты с места на место. То же самое и здесь. Вы берете мебель, ставите в нужное место, и программа сама вам делает фотореалистичный рендер всех этих предметов. То есть падающие тени, свет и все прочее. Вот. Вот таким образом очень простая программа, которая дает вам, ну, просто безграничные возможности для того, чтобы зарабатывать и стать крутым дизайнером интерьеров. Вот. Как стать дизайнером интерьеров? Там тоже все подробно в курсе, пошагово я вам рассказываю. То есть, как правильно подобрать мебель цветовую, ну, как выбрать стиль. Вот, это все в курсе будет рассказано за 10 уроков, то есть через неделю прохождения курса вы будете уже крутым дизайнером. Теперь, когда вы увидели возможности программы, это я вам показал только такую небольшую часть этой программы. На самом деле в этой программе можно делать панораму, обзор, видеообзоры комнаты. Можно переходить из одной комнаты в другую, то есть делать виртуальные туры по квартире, по кафе там или любому интерьеру, который вы будете делать. То есть можно создавать не одну комнату, а несколько: спальню, туалет, ванну, кухню, то есть полностью всю квартиру. Можно делать несколько этажей, когда двухэтажные вы делаете квартиры или коттеджи.
Вот. Также можно здесь делать вечернее освещение, чтобы показать, как горят светильники, как распределяется освещение потолочное. То есть световой дизайн можно показывать. Ну и много-много всяких разных вкусностей еще здесь есть в этой программе. Поэтому, если вам интересно разбираться самому в бесплатном варианте, то есть вот то, что я вам показал, дальше вы можете уже там пробовать, искать все, что где находится и как этим пользоваться. Я же вам предлагаю второй вариант, пройти мой курс, который стоит всего 2500 рублей. И там я вам пошагово, начиная от регистрации, как выбрать мебель, как выбрать чертеж по плану квартир, по которому будете делать свой дизайн-проект. И все пошагово там я вам рассказываю. Сейчас те, кто, кого не интересует мой курс, кому достаточно тех бесплатностей, которые я вам дал, с теми прощаемся, остаются те, кому интересно познакомиться, что я предлагаю в моем курсе. Давайте перейдем на мой курс, и я вам покажу и познакомлю вас, из чего состоит этот курс. То есть обычно я вот сколько был на вебинарах, на разных курсах, где предлагается, там до самого последнего момента вам рассказывают, что это за курс, как, но никогда вам не показывают, что там внутри находится. И ты все равно больше на эмоциях покупаешь и не знаешь, что же тебя ожидает. Я хочу вам показать все, познакомить сразу с курсом, чтобы вы представляли, что вы получите. То есть всего вот 8 уроков в курсе. Здесь мы знакомимся с программой, регистрируемся, как регистрироваться в сервисе, как правильно его настроить. Дальше второй урок – это знакомство с интерфейсом программы. То есть все-все-все кнопочки рассказывают, для чего они, где расположены, как ими пользоваться. Дальше мы создаем 3D-модель интерьера квартиры. Вот. Делаем подбор дизайна, то есть я рассказываю в четвертом уроке, как именно выбрать дизайн, и согласно уже этого стиля выбранного, согласованного с заказчиками, уже построить интерьер, который будет соответствовать именно профессиональному дизайну, а не то, что мы там разномастные надергали из каталога, наставили как попало, и вроде вот мы дизайнеры. Нет, на самом деле дизайн – это все-таки строгая подборка необходимого интерьеру аксессуаров, мебели, оформления, там, стены, пол, потолок. То есть все полностью здесь мы должны учитывать. Дальше практическая работа идет по созданию интерьера. То есть здесь я показываю, как создать уже интерьер. То есть там я вам показывал то же самое практически, только более углубленно. Ну, вот. Вот так выглядит урок. Здесь домашнее задание. Здесь идет образец выполненного правильного домашнего задания. Вот мы уже на 5-м уроке, вы сделаете вот такой вот дизайн интерьера своей выбранной вами квартиры. То есть вот это уже будет у вас вот такая вот практическая работа. Например, спальня будет у вас так выглядеть. То есть вы уже вполне сделаете вот такой профессиональный дизайн интерьера. И вот такой уже на 5-м уроке вы овладеете техникой создания вот такого вот дизайна стильного со всеми необходимыми аксессуарами. И сделаете полностью дизайн квартиры, то есть всех ванны, туалета. Прихожую. Ну, то есть полностью интерьер квартиры вы соберете и сделаете со светильниками, со всеми необходимыми
аксессуарами. Вот. И здесь вы переходите, после выполненного задания вам будет доступен следующий урок, вот, на котором мы разберем освещение. Вот, потом о рендере поговорим, как настроить рендер, как сделать стандартный вид, вид сверху покажу вам, как делается угол захвата камеры. Вот, поговорим об этом. Вот, то есть, ну, вот полностью подробно я вам расскажу все нюансы. И заключительный урок — это балкон и террасы. И здесь вы сделаете балкон или террасу вот такой вот вид уже, где у вас будет терраса сделана. Поговорим о том, как сделать рендер с улицы. Например, как будет выглядеть балкон, если мы сделаем рендер с улицы. То есть, как сделать рендер балкона. Ну вот, то, что касается этого курса, я предлагаю вам не мучиться, не терять время на поиски самостоятельные, потому что вы просто потеряете время. Вот, и не факт, что вы еще во всем разберетесь, сможете все найти, хотя программа и простая, но там есть свои, как говорится, закоулки этой программе. И если вы не знаете, где эти закоулки искать, то можете проплутать там очень долго в этих лабиринтах. Поэтому я предлагаю вам купить за 2500 курс и, пожалуйста, пройти его спокойненько за 2-3 дня, если у вас есть время, то есть практически посвятить выходные, за 2-3 дня вы сможете пройти весь курс. Вот. Либо по каждому в день уроку вы за неделю вы его спокойно сможете пройти, потому что там вот регистрация, ну там, ну что у вас, там 15-20 минут, полчаса займет, а дальше вы уже пойдете и будете продвигаться по мере того, насколько у вас есть время и насколько сложный интерьер вы выберете. Вот, поэтому давайте решайтесь. Если у вас нету возможности и вам кажется, что это дорого, 2500, ну тогда я для сравнения вам сейчас, если вам дорого 2500, то, пожалуйста, вы можете вступить в партнерскую программу. Если вы считаете, что вам это дорого, то сейчас я вам дам ссылочку на сайт, где вы можете зарегистрироваться, стать партнером и получать с каждой продажи 1000 рублей. То есть 2500 стоит курс, 1000 рублей я отдаю партнеру, который приглашает человека, который купит этот курс. То есть если вы пригласите 3 человек, то вы не только сможете уже сами получить 3000 и пройти этот курс практически бесплатно, но еще и 500 рублей вы будете в плюсе, пройдя этот курс. Так что, пожалуйста, 3 человека найти, я думаю, что при современных социальных сетях, развитии Инстаграма и прочих, прорекламировать и найти, или друзей пригласить, заинтересовать, пройти такой курс, я думаю, что вы можете. Здесь вы на кнопочку нажимаете, вам будет регистрация партнера, заполните логин, пароль, имя, фамилия, имейл. Сайт, сайт не обязательно, скайп желательно. Вот. И здесь ваши реквизиты, куда вы будете получать денежку. И авторегистрация, и все. И как только у вас продажа произойдет, так, соответственно, вы будете получать в автоматическом режиме с каждой продажи. То есть я здесь сам лично не участвую в распределении, а сервис сам, он
регистрировать всех партнеров. Вот. И, соответственно, вы будете иметь возможность зарабатывать на этом. Если вы будете продвигать, это будет только плюсом и вам, и тем людям, которые научатся дизайну интерьера, вот, и которые будут вам благодарны в конце концов за то, что вы познакомились с такой интересной, уникальной программой, аналогов которой, я вас говорю, нет. И дизайнеры, и архитекторы, они тщательно скрывают эту программу, делают все в Максе, делают все в Архикаде только для того, чтобы выжать и выкачать из заказчика побольше денег. Больше никакой, поверьте, там нету. Вот. Все вот эти модели, они замоделены профессионалами. Они все их настройки материалов настроены очень качественно. Поэтому все программы передают полностью всю структуру тканей, материалы, металла, дерева, то есть, ну, все учтено и все настроено все так, как нужно, как должно быть. Итак, давайте еще раз повторим. Пройдя курс, вы сможете делать дизайн-проекты для коттеджей, квартир, офисов, частных домов и организаций. То есть, что мы научимся, чему на курсе? Мы сделаем интерьер квартиры, и вы создадите проекты, соответствующие характеру владельцев, отражающие их внутренний мир. То есть, вы сможете учесть все вкусы вашего заказчика, ну, или свои собственные, если вы будете делать это все для себя. Интерьер частных домов вы сможете сделать, отвечающий потребности владельцев, обеспечишь комфорт и эстетику. Интерьер офисов вы сможете делать, вы сможете организовать рабочее пространство для комфортной работы руководителей и сотрудников любой компании. Сам курс по дизайну интерьеров и 3D-визуализации без архитектурного образования дает вам свободу для творчества. Пройдите курс и воплощайте свои самые смелые мечты без рутинной работы над проектом. То есть вам не нужно ни карандаш, ни линейка, ни автокад, ни архикад, ничего. Все абсолютно программа делает за вас. Это мечта любого дизайнера, чтобы не сидеть, не учить английский язык, чтобы овладеть 3D Max, в памяти, в голове иметь массу там всяких примочек, которые, если забыл, надо где-то искать, рыться, чтобы... Ну, в общем, ничего этого нет. Все здесь просто. Заходите, собираете интерьер, который вам нужен по размерам, задаете размеры и получаете вот такие вот реализации. Такие интерьеры вы сможете делать самостоятельно. Стоимость курса. Базовый курс, который сейчас есть, он 2500 рублей. Продвинутый курс, значит, здесь 8 уроков, рассчитан на прохождение за одну неделю. Есть возможность пройти за 2-3 дня. По окончании курса вы получаете навыки проектирования и визуализации одноэтажных интерьеров любого типа. Вы сможете делать планы этажа, схемы расстановки мебели и их 3D-визуализацию, не имея при этом навыков ни рисования, ни черчения. Все сделает за вас программа, как я вам показывал. То есть ничего сложного. Как в косынку все берете, передвигаете. И все, у вас будет все нормально. Продвинутый курс будет стоить 5000 рублей, пока он еще в работе. Там мы будем рассматривать двухэтажные, трех и более этажей, там трех-четырехэтажные интерьеры. Плюс мы будем рассматривать 3D-туры и будем рассматривать панораму 3D-комнаты и виртуальный тур с возможностью перехода из одной комнаты в другую. То есть ваш заказчик сможет сам заходить в комнату, смотреть окружение. То есть не с одного ракурса, как вот мы картинку делаем, да, а уже виртуальный тур, где он может ходить, как в игре, и смотреть все, разглядывать по всем сторонам, то есть все стены. Вот. И 15 тысяч VIP, ну, его в принципе уже можно, но только вы индивидуально со мной договариваетесь, обучение по скайпу в удобное для вас время. То есть вы один на один со мной получаете обучение, ответы на вопросы, мы можем с вами создать уже конкретно ваш тот проект, который вам нужен. То есть если вы хотите найти
дизайн-проект, который вы можете сделать, и пока еще боитесь самостоятельно это сделать, вы можете взять веб-курс, пройти его на индивидуальном обучении, все эти этапы пройти полностью. И таким образом вы будете до самого конца результата, и я вас доведу именно вот по этой программе. Обучение будет происходить по скайпу. Значит, особенности обучения. Первое, выбор концепции дизайна интерьера. Мы с вами учимся подбирать стилистическое решение для интерьера, подготавливаем техническое задание, коллажи, планировку помещения. Потом создаем 3D-модель интерьера, его визуализацию. Трехмерную визуализацию каждой комнаты, позволяющую наглядно увидеть планировку выбранных элементов интерьера, материалы для отделки мебели. Получаем работы для портфолио. То есть, когда вы все это собрали, отрендерили, сдали домашнее задание, вы таким образом еще и подготовили себе готовое портфолио, с которым вы можете уже рекламировать себя как специалиста по 3D-дизайну интерьеров. И если вам не хватает денег на покупку курса, пожалуйста, приглашайте друзей, знакомых, родственников или просто рекламируйте курс и регистрируйтесь в партнерке, размещайте на своем ресурсе партнерские материалы, ссылки, поисковые формы и так далее в любых количествах. Размещайте партнерские материалы, когда вы зарегистрируетесь, вы получите партнерскую ссылку в кабинете в рекламном своем, и вы сможете эту ссылку рекламировать. И как только продажи будут происходить курса, так сразу вы будете с каждой продажи получать 1000 рублей. Ну, вот. Таким образом, вы можете не только учиться стать интерьерщиком, но еще и зарабатывать себе неплохие деньги. Ну и в конце хотелось бы заметить, что благодаря партнерской программе курс становится доступным абсолютно для всех. То есть я и сам часто, когда проходил подобные вебинары, я сталкивался с тем, что люди пишут, что вот дорого, вот я не могу себе это позволить. Да, действительно, потому что курсы по дизайну интерьеров стоят от 50 до 100 тысяч. Ну вот 97 тысяч я видел курс у Алекса Скидаля, потом еще там несколько есть профессиональных архитекторов, которые преподают подобные курсы. Там вы изучаете углубленно, конечно, интерьеры, вы изучаете массу того, что для работы дизайнер это по сути не нужно. Что такое дизайн? Дизайнер это даже не художник, дизайнер это больше конструктор. То есть чем отличается дизайн от художественного образа? Дело в том, что картина, вот это художественный образ, это творческая такая работа, да, где человек является автором и творцом. Дизайн тоже творец, но, допустим, дизайн есть автомобиля, дизайн есть кружки, дизайн есть ручки. И все это дизайн. И не факт, что вы умеете рисовать. Главное, что вы владеете формой, представляете форму и можете эту форму воплотить из каких-то деталей, из набора деталей. Так вот, Home Styler – это как раз набор тех деталей, которые вам нужны для дизайна. И вам не нужно рисовать. За вас уже все давно нарисовали. Вам нужно только взять это и скомпоновать таким образом, каким это нужно заказчику. И предоставить это, визуализировать и предоставить заказчику. Поэтому регистрируйтесь в партнерке, если у вас нет денег. И приходите на курс. Либо покупайте курс за 2500, и я вас приведу к обязательному результату. На этом всего доброго. До свидания. Кто не успел купить курс сейчас, пожалуйста, вы можете это сделать в любое время. Вот ссылочка на сайт. Здесь вы заходите, можете зарегистрироваться, можете купить курс. Вот ссылочка будет вам доступна на покупку курса. И все, пожалуйста, проходите в удобное для вас время. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи на курсе.